Ну что ж, всем доброго времени суток. Да, у кого-то ночь, у кого-то вечер, у кого-то на час меньше, у кого-то на 5 часов больше. Да-да-да, вот Мариночка на самом деле по итогам прошлого каталога выиграла акцию 3D Faberlic, и не только получила свой любимый продукт, она не получила свой любимый продукт, но она получила iPhone 7. Честное слово, iPhone 7 это такая классная штука, это безумно классная штука, вы знаете, очень удобная, тянет Skype, Viber, Telegram одновременно. Я сижу во всех сетях, я могу через него проводить даже вебинары. В нем столько напихано функций, что вы не представляете, как это невероятно круто для работы иметь такую вот штучку. Да, испытано на практике, он у меня уже практически полгода, и вы знаете, вещь реально классная. Поэтому, Марина, дважды тебя поздравляю с такой классной штукой. Мне, допустим, iPhone 7 заменил камеру, заменил фотоаппарат, заменил компьютер, и в поездку вместо того, чтобы брать с собой камеру, фотоаппарат, ноутбук, да, то есть я беру просто свой телефон, и это круто. Две девочки также получают любимый продукт. Вот смотрите, дорогие наставники, дорогие лидеры, да, обратите внимание сейчас на текст Марины Банман, потому что Марина сама выиграла и донесла этот до своих новичков. И я не сомневаюсь, что у Марины еще будет больше победителей, еще будет больше позитива в ее структуру. Почему? Потому что Марина донесла всем акцию 3D Faberlic. Божечки, какая она легкая. Какая она легкая. Сейчас я вам скину ссылочку на эту акцию. Почитайте. Я не знаю, вот три раза аж скинула. Поставьте плюсики. Участвуйте, пока можете участвовать. Ну, пусть вы получите свою любимую парфюмерную воду. Это же такая ерунда, да, получить подарок за то, что вы просто сделали фотографию, выложили ее в соцсети. Почитайте внимательно, да, то есть у нас у всех с вами шансы равны, да, помните, у нас был Константин Закрылин на проекте, он и сейчас есть, он молодец, у него уже открываются лидеры в структуре, он их поздравляет, вот 3-6% девчонок он уже в своей структуре поздравляет, мужчина растет, и вы знаете, он мне как-то раз написал, мне никогда не везет, и на закрытой планерке он выиграл у меня деньгу, он, божечки, вы, говорит, порвали все мои стереотипы, мне, оказывается, везет, вот, вы знаете, мы очень долго, конечно, радовались за Костю, поэтому постите, постите свои статусы, постите приложение 3D. Да-да-да, Константин, Ириночка, Константин, да, кто ходит на мои планерки, это, конечно, да. Привет, Катюша, вот директора из Беларуси. Катюш, мне надо вот с тобой очень важно поговорить кое о чем прямо сегодня. Я тебя немножко огорошу, ты мне отпишись в скайпе, пожалуйста, то я не могла тебя найти, чтобы до вебинара с тобой поговорить, ты мне очень-очень нужна. Вот, и как бы пока не повезло, повезти может всем, реально всем, потому что это генератор, через генератор определяются призы, не то, чтобы выбирают победителя, потому что им победитель понравился, нет, это выбирает генератор, понимаете, поэтому пользуйтесь, урывайте моменты, почему Маринина команда выиграла iPhone 7 и забрала два подарка, буквально за неделю, девочки, за неделю, девочки, мальчики, поэтому доносите своей команде обязательно, а сейчас у нас с вами правила добавления акций по 16 каталогу. Самое важное, что нужно знать... О, я не представилась, прошу прощения. Всем, кто меня не знает, меня зовут Кононова Анна. Мы, дата нашей регистрации 26.11.2014 год. Это значит, что мы 26 ноября 2017 года уже будем 3 года как компании. Будем отмечать свой юбилей, такой мини-юбилей, свое день рождения в компании, потому что я безумно счастлива, что я в ней нахожусь. Это отличная компания-партнер, которая дает безграничные возможности. И как вы видите по званию, по итогам прошлого периода мы открыли звание старших международных директоров. Вопрос на засыпку. Сколько это директорских веток? Сколько это директорских веток? 21. 21 директорская веточка менее чем за 3 года работы. И я вам хочу сейчас с уверенностью сказать, что если такой короткий результат,
за 3 года произошел, менее чем за 3 года, то вы сейчас должны понимать, что наша система роста, она работает. Не ищите ничего на стороне, никаких платных методик, никакой ерунды. Просто идите за своими наставниками, и у вас все получится. Вы должны понимать, что система роста, она работает. Не выдумывайте ничего. Просто откройте столько, сколько нужно вам веток, да, по нашей системе роста. А потом можете что-то свое разрабатывать. Вот, потому что мы счастливы поделиться, мы счастливы, когда у нас каталог открывается по нескольку директоров, потому что ваш рост – это наш рост. Мы зависим от вас, вы зависите от нас. И все-таки нам бы очень хотелось работать дружно и в команде, и хотелось бы, чтобы наши знания воспринимались серьезно, а не как что-то там необязательное, да? Вот, ага, добрый вечер опоздавшим. Оксаночка, привет. Итак, значит, в компании мы уже скоро будем как 3 года, работаем вдвоем с мужем, у меня 2 дочек. Вот, и давайте перейдем с вами к теме вебинара. В 2017 году у нас 19 с вами периодов, 19 каталогов. Сейчас идет каталог номер 16, который идет с 23 октября по 5 ноября. Он идет 2 недели. Ох ты, прошу прощения. Он идет 2 недели, и поверьте, некоторые лидеры делают за 2-недельные каталоги приросты в 200-300 баллов, некоторые лидеры проседают аж на 1000, на 1500 баллов. Почему? Потому что мы с вами не понимаем одной очень важной вещи. Потому что в 3-недельный каталог, как проходит 3-недельный каталог обычного лидера, да? Давайте на этом остановимся буквально 3 минуты, чтобы вам было понятно. Да, обычный лидер вначале отрабатывает письмами, смс-сообщениями и так далее, начало периода, да, посередине каталога нормальный лидер рекрутирует, да, то есть какие-то действия делает, и конец каталога лидер опять-таки рекрутирует и начинает потихоньку оповещать структуру. Да, что такое оповещать структуру? Да, писать, кому сколько не хватает, до 3, до 6, до 9%, кому сколько положено подарков, да, то есть у нас есть с вами акция, допустим, такая, как возвращение в бизнес, и там дарятся подарки, да, у нас с вами есть денежные подарки от компании Faberlic, у нас с вами есть конкурсы и так далее, и так далее. Этого очень много. Сегодня мы с вами будем об этом говорить, говорить, говорить. 2-недельный каталог у настоящего лидера заключается в том, что он только закончил оповещать, и он сразу же уделяет время отработке конца каталога. То есть серединки нет. Он делает то же самое, просто вот этой недели отдыха у него нету. То есть он каждый день, да, допустим, 3 часа уделяет рекрутингу, да, и час уделяет отработке структуры. Это несложно. Это несложно, ради звания директора, бриллиантового директора и так далее. Это на самом деле это не тяжело. Да, и когда говорят, что времени мало, то извините меня, а команда, которая у вас собралась за 3-недельный период, она никуда не делась, и она никуда не ушла. И мы с вами должны сейчас понимать, что все зависит от того, насколько качественно мы отработаем каждого человека в своей структуре. Самое главное понимать, что ваша структура – это не структура вашего вышестоящего лидера или директора. Ваша структура – это ваша структура. Если вы видите, что у вас 3 новичка не получили подарки по акции новичка, то есть у них не было сделано заказов, им можно написать письмо самим. И можно позвонить самим в Viber, WhatsApp, Telegram, Одноклассники, ВКонтакте, через все, что угодно, абсолютно бесплатно позвонить и сказать. Да? То есть ваш рост – это ваши, в первую очередь, ваши выплаты, которые вы будете получать или на расчетный счет в банке, или на объемную скидку в личном кабинете Faberlic. Да? Вот. Ну что ж, всем ли все понятно, дорогие коллеги? Немножечко вас загрузила, но 2-недельный каталог нужно отнестись, конечно же, довольно-таки серьезно. И я знаю лидеров, которые падают в 2-недельный каталог, и я знаю лидеров, которые вырастают в 2-недельный каталог, не замечая, что он реально 2-недельный. Потому что, честное слово, никакой разницы лично для меня нету. Это 2 лишние выплаты в год, и они мне нравятся. И поверьте, когда вы будете в статусе директора, они вам тоже очень понравятся. Почему? Потому что, ну, директор, да, зарабатывает, допустим, ну, давайте возьмем среднестатистический доход, да, 30 тысяч русских рублей, директор примерно зарабатывает в каталог, да.
И вдруг он начал получать на две зарплаты в год больше. То есть он получает в год на 60 тысяч рублей, потому что прибавились каталоги, да? И я думаю, это здорово. Это классная дополнительная возможность. Вот, в итоге все равно вы зарабатываете больше. И это, ну, как бы приятно, да? Приятно осознавать. Этот каталог, который я смотрела, вы знаете, меня очень удивил, как обычно. Он классный, конечно, но, как вы видите, компания идет ногу со временем. Коллекция Рогова. А скоро будет вторая коллекция Юдашкина, да, как вы знаете, коллекция обуви, которую я с удовольствием ношу по улице, и уже в ней ходила везде, и вы знаете, отлично качественная, хорошая обувь. Да, то есть, потом, значит, на самом деле компании Фаберлик много поводов для модных прогулок. Вот это прям вы можете подобрать себе несколько образов. Они не лишние, они дополнительные. Да, потому что на самом деле, чем выше ваши выплаты, тем больше вам будут нравиться дополнительные каталоги. Вот честное слово. Вот. Поедемте с вами дальше. Как вы все знаете, по итогам прошлого периода компании исполнилось 20 лет. 20 лет мы на рынке, это значит, что мы надежные. Мы пережили с вами не один уже кризис, да, то есть твердо устояли на ногах, и мы растем, развиваемся. С нами работают всемирные модельеры, всемирные модели, да, Рената Литвинова, Валентин Юдашкин, Алена Ахмадулина, да, Елена Темникова скоро у нас будет, да, лицом наших каталогов, представляете, Темникова, да, вот. И, конечно же, состоялся форум с награждением лидеров, с награждением директоров. Состоялась наша внутренняя мини-ассамблея, от которой тоже все были в восторге, да. Состоялась поездка в Доминикану, и 14 человек с нашего проекта выиграли эту поездку в Доминикану, поэтому все легко могут поехать на Бали. Я верю, что у нас будет в 3 раза больше, потому что мы растем с вами с геометрической прогрессией, и ее легко устроить, если смотреть только вперед. Конечно же, это 15 коллекций модной одежды в год. Вы представляете, 15 коллекций одежды. Да, то есть компания Faberlic получает высокие награды. Допустим, как лучшая коллаборация года на Fashion Week. Да, я думаю, это круто, да? Или Fifi Russian Awards, да, какой-нибудь там аромат выиграет. Да, то есть вот как бы наша продукция ценится, и очень приятно работать с таким продуктом. И компания Faberlic делает для нас бизнес легким. Легким, почему я так говорю? Потому что если вы знаете все привилегии, то у вас будет быстро расти структура. Здравствуйте. Да, у вас будет очень быстро расти структура. Почему? Потому что только компания Faberlic полгода с момента регистрации дарит подарки. И много подарков, да, потом через полгода их становится чуточку меньше, но они все равно есть, да. Например, я, допустим, как директор компании Faberlic уже получаю подарки по программе Faberlic Club и подарки такие, как поездка за границу каждый год. Вот. В этом каталоге для всех, кто зарегистрировался, неважно когда, хоть 3 каталога назад, да, и еще ни разу не делал заказов с момента регистрации, положены вот такие вот подарки на выбор. Или порошок концентрированный для цветного белья, или концентрированный порошок не для белого белья, а универсальный. То есть им можно и цветное стирать белье, и белое, и так далее. Да? Вот. Единственное, что оба порошка не подходят для шерсти и для очень деликатных тканей, например, таких как гипюр. Да, гипюр, вельвет и так далее, да, то есть это надо уже стирать фиолетовым нашим порошочком для особо деликатных тканей. Вот, условия очень простые. Все, кто к нам пришел на проект до 5 ноября, да, то есть до конца текущего периода, оформляют и оплачивают свой первый заказ на сумму 1499 рублей по цене каталога. 449 гривен – это Украина, 7499 тенге – это Казахстан, 40-49 белорусских рублей и 449 лей – это по Молдове. Это все в ценах каталога. Сумма, конечно же, ваша будет на первый заказ на 20% ниже.
И в следующем каталоге номер 17 при очередном заказе новичок, разместивший свой первый заказ, забирает любой порошок на выбор. Да, то есть он будет сам выбирать, какой ему хочется порошочек. Раньше я говорила вам, что какая-то продукция классная. Сейчас я эти слайды не внесла. Хочу сказать, что вся косметика для дома биоразлагаемая, экологическая, чистая, подходит для всей семьи и не наносит вреда ни вам, ни окружающей среде. Также эта продукция заботится о стиральных машинах. И эта продукция идет бесфосфатная. Все мы с вами знаем, что фосфаты, вот, например, в Германии уже давным-давно запрещены. Да, то есть это полностью безопасный продукт, что очень приятно, да, можно даже стирать белье детское. Вот. Ну что ж, поехали-те с вами дальше. Значит, вот полное условие, да, то есть, дорогие наставники, дорогие новички, очень часто такое бывает, что новичок сам не добавляет в заказ под подарок на выбор и говорит, что мне не вложили подарочек. Так вот, компания Faberlic никогда не обманывает. Да, бывает, что продукция какая-то на складе заканчивается, но компания Faberlic всегда дает подарки. Такого еще нонсенса не было никогда. Вот, если условия выполнены. Главное условие – это оплата заказа до конца каталога. Причем, если вы участвуете, да, в акциях Faberlic Club, стартовая программа, акция новичка, да, то есть VIP-привилегии, о них мы с вами поговорим позже, везде одно и то же условие. Оплата заказа до конца каталога. Вот это самое важное. Да, и самое интересное, что по 5 ноября все, кто зарегистрировался, получают подарок. И до 5 же ноября люди оплачивают заказы на нужные суммы в ценах каталога. Но эта цена без учета автозаказов, сервисных сборов и сборов за доставку продукции. Да? То есть 1499 минус 20% плюс ваш процент за доставку. Иначе у вас там может рубля там двух не хватить, и вы можете нечаянно слететь с подарком новичка. Вот, значит, с 6 по 26 ноября в разделе промо-акции, когда вы уже сделаете заказ, на предпоследнем шаге заказа вы будете выбирать подарок один из порошков. То есть вы заходите в акции консультанта, и вам открывается вот этот подарочек за рубль. И у вас будет два отдела. И вы будете сами выбирать, какой вам нужно, универсальный или для цветного белья, да? Когда вы его нажмете, какой вам хочется, вы после этого катите колесиком вниз, нажимаете черную кнопочку «Применить изменения». И после того, как вы изменения применили, у вас автоматически перезагружается страничка, и вы будете видеть в накладной, выделенным голубым цветом, вот этот порошок за 1 рубль. Вот, так что, дорогие наставники, знаете, что этот подарок нужно добавлять самим вручную. Бывает такое, что подарок один на всех, он одинаковый, он бывает не на выбор, и тогда он сам автоматически падает к вам в заказ. Если же подарок на выбор, то его нужно самим выбрать, самим забрать, потому что компания Faberlic не знает, какой вы хотите подарок. Вот, и далее, конечно же, шаги по стартовой программе. Можно идти и полгода получать подарки. Значит, давайте с вами повторимся. На подарок новичка или первый шаг стартовой программы имеют право все, кто ни разу не делал заказа с момента регистрации на проекте. Если человек зарегистрирован не более 3 каталогов назад и не делал еще заказов, то ему положен подарок новичка. На 4-й каталог терминация, то есть удаление номера. Важно, оплата должна пройти строго до конца каталога, иначе новичок не увидит подарки в следующем каталоге. Важно также, подарок надо выбирать, этот будет самим вручную, и потом нажать кнопку «Применить изменения». Вот, последний момент, это для подарков, которые могут автоматически к вам падать, эти подарки автоматически не упадут. И теперь поговорим о фишках, которые не знает ни один новичок и большинство наставников. Да, то есть компания очень-очень лояльна к своим новичкам. И если новичок в прошлом каталоге сделал заказ и не получил подарок новичка, да, вот он сделал заказ, да, допустим, или сумма заказа была меньше, да, то есть чем нужно для получения, или новичок забыл оплатить до конца каталога, да, то есть
компания Faberlic такому человеку делает пробный шаг, и после которого можно получить подарок этого периода. Да, то есть уже испробовала, да, Оль? Ага, отлично. Но только в том случае, если нет перерыва между заказами. Если новичок у вас там полгода назад сделал заказ, и сегодня он захочет вдруг акцию новичка, то он уже в ней не участвует. Он будет участвовать только в 20% скидке и в акции Фаберлик Клуб. Вот. Далее. Значит, где видеть шаги от пробного шага до девятого шага? То есть у нас с вами есть отличная шпаргалка, и нам очень удобно работать с людьми, которые у вас идут по стартовой программе. Да, то есть вы заходите в личный кабинет, в личном кабинете выбираете кнопочку «Отчеты» и в отчетах ищете отчет по стартовой программе структуры личной группы. Там вводите свой рекномер, нажимаете «Посмотреть», и у вас выгружается таблица. В этой табличке написано, прям вообще здорово там написано, пробный, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, восьмой, девятый. Да? У кого какой шаг стартовой программы. Если, допустим, у новичка уже стоит девятый шаг, значит, он его не выполнил. Если новичок выполнил девятый шаг, он из этой таблички автоматически пропадает через 20 минут после того, как оплатил заказ. Да, после того, как оплатил заказ. Так, минутку. Что же это у меня? Все брякает, да брякает. Так, то я люблю потараторить. Потараторить и не спросить. Вопросов нет? Все понятно, да? Очень хорошо. То есть пользуйтесь этим отчетом, и вам вообще не надо думать, на какой там вы, да, то есть недавно лидер мне пишет, она уже на 9%, вот она сидит вручную через раздел «Моя структура» и ищет, кто в каком каталоге, сколько баллов сделать, а как узнать, сколько эта сумма, да, потому что на акцию новичка важна сумма, не важны баллы, да, то есть и она начала путаться. Я говорю, давай, открывай раздел «Отчеты», распечатываем и показываем. Сказала ей, да, какие циферки смотреть, и она говорит, божечки, как все просто, я, говорит, чего ж я, говорит, третий каталог подряд мучаюсь, говорит, с этим разделом, да, вот, как вы видите, получается, лидер уже довольно-таки большой, да, 9% структуры, это 600 баллов, да, по маркетинг-плану, уже поняла, что она не успевает каждого отследить, а отслеживать-то и не надо, оказывается, так ведь, можно просто посмотреть и знать, да, то есть это все легко и просто, если ходить на вебинары. Далее с вами поехали, да, хочется задать вопросы вам, дорогие зрители вебинара, кто забирает подарок прошедшего каталога? Напишите слово «Я» в чат, дорогие призеры, отзовитесь, будем вас поздравлять, во-первых, во-вторых, будем рассказывать, как его забрать, потому что у вас подарок тоже был на выбор. И что вас ждет дальше? Есть у нас призеры, кто забирает парфюмерную воду мужскую или женскую? Ирина Мельникова. Угу. Так, молодцы, молодцы. Угу. Отлично, отлично. Вот смотрите, дорогие призеры, во-первых, я вас поздравляю, потому что в магазине таких подарков крутых за такие мизерные суммы не будет. Молодец, Леночка, значит, ты заботишься о своих новичках, и твои новички получают подарки. Это здорово. Ирина, да, Мельникова забирает шаг. Молодец, Ириночка, поздравляю. Значит, что вы делаете, да? То есть сейчас вы делаете заказ, нажимаете «Продолжить», и в разделе «Промо-акции» у вас будет вот это вот парфюмерная, туалетная и парфюмерная вода на выбор. Да, то есть и вода «Вулкан», и вода «Фейрик». Вот, и поэтому вам нужно обязательно выбрать, какую вы воду хотите, и обязательно нажать кнопку «Применить изменения». После того, как изменения применятся, вам нужно обязательно посмотреть, есть ли этот подарок в вашей корзине. Если подарка, не дай бог, нет, пишем своим наставникам, будем разбираться. Хорошо? Вот, значит, смотрите, и вы можете забрать подарок также по программе Faberlic Club.
Все вы, наверное, уже знаете, что это за программа. Поставьте плюсики-минусики, кто знает, кто не знает. Потому что вверху у нас с вами есть портмонетик, и в этом портмонетике мы с вами можем видеть, сколько нам бонусов начислила компания. Да, и на эти бонусы мы с вами можем выбирать подарки за 0 рублей, гривен, тенге и так далее. Да? Ага, значит, Любочка, сидит до конца вебинара, я расскажу, что такое программа Faberlic Club, и если нужно, покажу наглядно через демонстрацию экрана. Итак, значит, это, значит, второе у вас, да, дорогие призеры? Третье, вы можете начать идти по стартовой программе, шаги от второго до девятого. То есть первый шаг стартовой программы – это равно акция новичка. Второй шаг стартовой программы – он уже идет один и тот же, фиксированный. Позже про подарки я вам расскажу. То есть что вам нужно сейчас решить для себя? Да, вот, кстати, Оля хорошую идею подала. Напишите, пожалуйста, дорогие. У кого какой шаг по стартовой программе, посмотрим, да, я прошла и под собой, и под дочкой, и еще бы прошла, но пока больше вот не прохожу ни под кем, да. Угу, второй, третий шаг, ну, молодцы, молодцы, да, то есть смотрим, шаги 2-9 по стартовой программе. В каждом следующем вашем периоде, начиная с этого, вы можете размещать и оплачивать заказы. У меня тут указаны только цены России, но я вам сейчас покажу именно цены всех стран по стартовой программе. Значит, у нас с вами есть командный сайт, и на командном сайте у нас с вами есть все условия и все суммы для выполнения стартовой программы. И даже есть видео, да, я вам сейчас его сброшу. Поставьте мне пару плюсиков, смогли ли вы пройти по ссылочке, там есть суммы на все страны. Значит, суть в чем? Суть в том, что вы забираете очень дешевые наборы, которые, цена которых растет с каждым шагом, но стоимость для вас остается прежней. Это очень выгодно. Например, последний шаг стартовой программы. У вас будет 2 парфюмерных воды на выбор и 2 парфюмерных геля для душа. Да? То есть одна парфюмерная вода, да, если взять пример цены России, стоит 500 рублей. 2 – это 1000, плюс 2 геля для душа – 1200. А вы их можете забрать за 99 рублей. Да? То есть поняли экономию. Да? Вот такая вот экономия. И вы можете полгода подряд эти подарки получать. То есть 9 шагов стартовой программы. Значит, цена наборов с каждым новым шагом растет. Сумму заказов, необходимых для получения очередного набора стартовой программы, не входят также сервисные сборы и сборы за доставку продукции. Значит, и обязательная оплата до конца каталога, чтобы не слететь с очередного шага стартовой программы. Вот. Если сделаете меньше той суммы, которую вас просит сделать компания для выполнения получения данного призового набора, то у вас горит право на участие в 9-шаговой стартовой программе. Но 20% скидки, подарок новичка – плюс Faberlic Club вы получаете. Скажите, пожалуйста, всем ли понятны условия стартовой программы? Ежекаталожно вы можете делать заказы на 2500 или на 5000 рублей, оплачивать их до конца каталога, это я назвала цены по каталогу, да, и получать призы. Пропустили один каталог без заказа, вот до какого шага вы успели без перерывов сделать, вот до такого шага у вас остается стартовая программа, остальные шаги сгорают. Итак, значит, первый шаг стартовой программы – это стиральный порошок нового поколения, да, наш бесфосфатный порошочек. А второй шаг стартовой программы – это набор для рук Grand Prince Hand Care. Это шампунь для волос на выбор и это маска или бальзам для волос на выбор. Серия «Эксперт» – это наша самая ходовая серия. Вот, третий шаг, да, это уже получается на третий ваш заказ, на четвертый заказ, да, уже, получается, вы получаете также стиральный порошок на выбор и пятновыводитель. Четвертый шаг, это набор продукции Oxyology, да, то есть наша кислородная косметика под ваш тип кожи. То есть, если у вас жирная кожа, ослабленная, сухая и так далее, вы можете выбирать именно
ту серию, которая подойдет вашему типу кожи. То есть это такие подарки, которые вы можете выбирать, да, хиты наборов. Пятый шаг – это самая ходовая серия, не секрет истории, а Skyline. Там вы будете выбирать помаду, цвет на выбор, тушь, каял для глаз, цвет на выбор и тональный крем тоже на выбор. Поздравляю, Оксана, самый дорогой шаг забираешь. Итак, шестой шаг стартовой программы, он идет не на выбор, но он идет довольно-таки широкий и шикарный. Это средство для духовки и плит, средство для стекол с антизапотевающим эффектом, средство для туалета с антибактериальным эффектом, средство для ванной комнаты тоже с антибактериальным эффектом и средство для металлических поверхностей. Вот, седьмой шаг это шикарная альтернатива салонной процедуре. Сама пользовалась этим набором. Скажу честно, кожа как у младенца после него, но единственный у него минус, нельзя 12 часов выходить на прямые солнечные лучи. Это микродембразия и энзимный микропилинг для лица. Да, то есть это очень глубокая очистка. Восьмой шаг стартовой программы. Это моя любимая линейка Secret Story. Там идет тональный крем двойной агент. На одну кнопочку нажимаете основу под макияж, на другую кнопочку нажимаете. Там идет тональный крем, который подстраивается под тип вашей кожи. Дальше идет лак цвет на выбор. А там есть и песочный, и винилюкс, и так далее. А потом, значит, идет помада цвет на выбор и тушь. Тушь может быть это, а может быть тушь, по-моему, твой Оскар в золотой упаковочке, но обе туши классные из люксовой серии, и они на самом деле очень хорошо красят реснички. Это мои самые любимые туши. Вот. Девятый шаг, вот как раз самый-самый дорогой, это две парфюмерные воды на выбор, одна мужская, другая женская, и два парфюмерных душа, геля для душа, которые вторят аромату ваших парфюмерных вод. Да, вот такая вот шикарная стартовая программа из 9 шагов. То есть, дорогие призеры, первый шаг вы выполнили. Сейчас в этом каталоге вы выполняете второй шаг. Причем вы можете сделать заказ на 5000 или на 2500. Прошу прощения. Прошу прощения. Вот, и тогда, когда вы оплатите заказ до конца каталога, вам придет, по-моему, смс-сообщение, и в кабинете у вас будет написано: «Поздравляю, ваш шаг пройден». На самом деле, да, шаги крутые, и, конечно, нигде за 99 рублей вы не купите парфюмерную воду, две штуки. Итак, поехали с вами дальше. Тени, да, тени из Фаберлик. Сейчас скажу артикул 5618. Вот такие вот тени. Вот эти вот мои тени. Я наношу кисточкой их. Да, 5618. Мне они тоже очень нравятся. И вы знаете, я их, наверное, за 5 лет не докрашу. Они очень плотные. Да, их можно наносить сухим способом, влажным способом. Ну, конечно, да, это прессованные тени для век. Запеченные, простите, запеченные. Итак, далее, значит, давайте с вами поговорим и подытожим. Стартовая программа – это равно акция новичка. В сумму заказов, необходимых для получения очередного шага стартовой программы, не входят сервисные сборы и сборы за доставку продукции, так же, как первый шаг стартовой программы, да, акция новичка. И цена наборов по каталогу растет с каждым первым шагом, с каждым новым шагом. При этом вы можете переходить с одного варианта оплаты на другой. Что это значит? Например, в этом каталоге вы сделали заказ на 5000 и забрали в следующем каталоге хиты за 99 рублей. Но когда вы забираете за 99 рублей хиты, вы решили, что на 5000 вам продукции не надо, вы сделали на 2500. И на следующий каталог вы будете уже забирать хиты продукции за 300 рублей. Да? То есть вы можете из одного варианта оплаты переходить в другой. То есть у вас нету такого, что если вы начали 5000 делать, то все, не сделали, у вас сгорело. Нет, вы можете то 5, то 2500. 2500, допустим, 3 раза подряд, потом опять 5, 5, 5.
Лиза, по итогам периода на объемную скидку начислят денежку именно на объемную скидку вам в личный кабинет и 100% списания объемной скидки. То есть, если вот, допустим, 10 новичков с первым шагом стартовой программы, и, конечно же, нужно понимать, что регистрации должны быть под вас первую линию, иначе вам начислят деньги тому, под кого вы зарегистрировали человека, да? С Италией. С Италией, да, нет, с Испанией работаем. Вот. Ну, там, по-моему, есть доставка. Там, по-моему, есть доставка, но ИП я не помню, можно ли там открыть, надо уточнять. Вот. Далее, значит, перерыв между первым шагом и вторым и так далее, да, все 9 шагов недопустим. В таком случае программа стартовая сгорает, остается только Фаберлик Клуб. Да, то есть у кого программа уже сгорела, не расстраивайтесь, Фаберлик Клуб всегда с вами. Итак, далее, очень классная фишечка. Компания Фаберлик нас услышала. На Шри-Ланке на собрании золотых директоров и выше мы присутствовали, и руководитель по продажам России Елена Кайда сказала, что набор для пробников для новичков остается. И это очень здорово, когда наши с вами новички могут познакомиться с таким огромным перечнем продукции всего лишь за 265 рублей. Она сразу сказала, что эти наборы новичков в компании в минус. И за что им огромное спасибо, что они вкладывают именно в новичков. Компания Фаберлик понимает, что именно новички наша сила, да? Вот. Если есть, значит, там можно делать заказы, Олечка. Да, значит, можно делать заказы. Насчет ИП надо спрашивать. Месяц назад там точно нельзя было открыть ИП. Но можно было делать заказ. Там идет доставка на дом. То есть регистрируете новичка. Новичка переводите на СЦ прописки. Так и пишете такой-то рекномер, имя, фамилия, отчество. Прошу перевести данного новичка на СЦ прописки. Пишите, где этот новичок проживает. Его переводят. Он делает заказ. Ему привозят адресной недорогой доставкой на дом. Он этот заказ забирает. То есть все хорошо. Тут проблем нет. Именно ИП открыть можно, нельзя, я не в курсе. Это надо спрашивать. Вот. Ну что ж, всем ли понятно про набор пробников? То есть у набора пробников нету артикула, он как бы есть, присвоен, но вы так просто его в поисковике не вобьете. Этот набор пробников идет только для новичков, ждет новичка три каталога, потом возможность забрать пробники сгорает. Да, то есть через три каталога. И как раз-таки этот набор пробников предложен на предпоследнем шаге заказа в разделе промо-акции, подраздел акции консультанта. Вот так вот. Поэтому знайте, что так просто по коду вы его не вобьете, вы его не найдете. Это только для новичков. Только для новичков и то ограниченное количество каталогов. Три и потом все. Вот. Значит, далее с вами поехали. Ну и, конечно же, наша акция «Сезон рекордов». Ее главный минус то, что все регистрации идут в первую линию, но это и есть плюс. Почему плюс? Потому что вы можете помогать уже начинать денежно своим людям, если вы строите веточку. Да, кто получал денежки, напишите, сколько, в каком количестве вы их получили, может быть, в каком ли количестве вы подарили их своим восходящим звездам, да, то есть все пишите честно, как есть. Еще бы и старичкам, да, о, 450 рублей, смотрите, значит, вы получаете денежный подарок именно на промо-скидку, специальный счет в личном кабинете за каждого зарегистрированного под себя новичка. Подарок начисляется по итогам каждого периода. Чем больше новичков выполнили условия первого шага стартовой программы, тем больше ваш денежный приз. Например, вы зарегистрировали под себя одного новичка, вы получили по итогам периода 150 рублей. Если этот новичок сделал не активационный заказ, а выполнил первый шаг стартовой программы, то есть оплатил у вас заказ до конца периода. Если вы это сделали, значит, вы супер наставник, вы получаете за каждого 150 рублей. Вот. Лиза, если не начистили, пишите в обратную связь. Может быть, вы зарегистрировали в глубину, может быть, еще что-то. Платится именно за регистрации в первую линию, да? Два новичка – это уже
Ставка увеличивается по 200 за каждого, 3 новичка по 250 за каждого, 4 новичка тоже по 250 за каждого и 5 новичков это по 300 за каждого. То есть, если вы зарегистрировали под себя в первую линию, получается 10 новичков, вы получаете 3000 рублей. Да? То есть, вот вы знаете, это просто так. Просто так, это просто шикарно, поэтому доносите это до своих новичков, доносите, да, то есть это просто великолепное условие, и оно скоро закончится, 17-й период, уже не за горами, в 18-м эта акция закончится, и все, деньги больше никто не будет давать. А, когда мы начинали свой старт в Фаберлик, поверьте, у нас не было ни женской, ни мужской одежды, у нас не было обуви вообще никакой, у нас не было таких шикарных акций, у нас была только акция «Подарок новичка» и стартовая программа, у нас было 6 шагов вместо 9, у нас не было программы «Фаберлик Клуб» вообще, в принципе, у нас там была накопительная программа, там за 100 баллов можно было забрать кусок мыла, сейчас накопительная программа идет от 5 бонусов, вы можете взять полноценную ценную маску для лица, да, то есть это просто здорово, да, это просто здорово. Сейчас компания, мы с вами понимаем, что она разрослась, компания стала богаче, она стала дарить больше, возможностей у наших с вами новичков и у нас с вами, конечно же, стало больше, и это надо, конечно же, ценить, что компания там не себе это в плюсы забирает, да, а компания это все отдает обратно, да, то есть компания дарит деньги, и компании выгодно, чтобы росли вы, что просто товарооборот, и это тоже надо ценить и понимать, какая у нас компания шикарная. Ну, очередной подарок. Значит, в этом каталоге, в нашем двухнедельном, Фаберлик дарит парфюмерную воду Бел Анге для женщин, тонкий цветочный аромат, воплощающий нежность, чистоту и воздушную легкость. Это внутренняя акция только для зарегистрированных. Ее не видно ни в каталоге, нигде. То есть вы заказываете две водички в разделе промо-акций. Да, там же акции консультанта, раздел промо-акции, все прям в промо, у нас прям промо такой шоколадный у нас с вами, да, получается. И в этом разделе промо-акции вы добавляете две воды и нажимаете кнопку «Применить изменения». И у вас треть автоматом падает в подарок. Если вы добавите три воды, то вам придут три платно, одна бесплатно. Да? Вы должны это понимать, что если вы хотите получить одну парфюмерную воду в подарок, то вам нужно обязательно, так, туалетная или парфюмерная? Как бы не наговорить. Парфюмерная, да? Если вы хотите получить одну парфюмерную воду в подарок, то вам надо добавлять две. В итоге вам придет три. Акция не кратная, да, допустим, если вы заказали 6 туалетных вод, то вам придет 3 парфюмерных вод, то вам придет 3 парфюмерных воды в подарок, да, вот. Всем ли понятна данная акция? Нельзя парфюмерную воду добавлять из каталога, еще откуда-то по VIP. Да, то есть у нас есть веб-консультанты, которые за 2 недели до начала продаж забирают новинки следующего периода. Она работает именно по отдельной акции в разделе акции консультанта. Нет, этот аромат я не пробовала, к сожалению, и еще пока даже не заказывала. Вот написано, что цветочный аромат, воплощающий нежность, чистоту, воздушность и легкость. Ну вот вы знаете, когда я читаю описание ароматов компании Фаберлик, я представляю этот аромат, и в принципе он почему-то совпадает с тем, что я представляю прямо на 90%. Поэтому я уверена, что компания Фаберлик очень хорошо умеет описывать свои ароматы. А туалетная вода, она там идет ниже концентрация, и она менее держится на вас, менее держится аромат. Парфюмерная вода это уже посерьезнее, это что-то между духами и туалетной водой, да, то есть она держится подольше, а духи, они вообще могут по 2, по 3 дня держаться. Но духи это очень дорогие, да, духи это вообще очень дорого. Итак, и сейчас у нас с вами максимальное количество участников вебинара. И по просьбе руководства компании Фаберлик, так как наш интернет-проект разросся, стал вкусным, в него идет огромный поток людей. На прошлых поздравлялках я помню, что более 6 тысяч людей за 3 недели к нам присоединилось на проект. Это огромная сумма, это прям целый поселок, да, к нам пришел с разных стран. Да, мира. И для вас, дорогие коллеги, дорогие наши новички, внеплановое объявление.
В компании Faberlic есть кодекс. Мы все с вами должны работать честно. И самое важное, что мы с вами должны понимать в начале нашего старта, что перерегистрации запрещены кодексом компании Faberlic. И это очень-очень важно. Человек не может иметь два регистрационных номера. Нельзя регистрировать близких родственников. Да? То есть свекор, свекровь – это дальние родственники. Двоюродный брат, двоюродная сестра – это дальние родственники. Да? А, допустим, мама, папа, брат, сестра, дочь, сын, там муж, это близкие родственники. И если к вам вот проситься в структуру, что очень часто бывает, какой-то мужчина, да, то обязательно спрашивайте, зарегистрирована ли у вас жена, потому что очень часто такое бывает, что это сами жены хотят перерегистрироваться. В итоге что получается? Вам дадут штраф, их все равно удалят. Да, вот так вот. Значит, перевод человека, если он к вам сильно просится, уж прям сильно вообще, то только через год после последнего заказа. Если, например, человек написал заявление на терминацию сам своей рукой, то он не имеет права также регистрироваться год компании. Да? Директору очень попадет, да, директору очень попадет, да. Вот, или в течение двух каталожных периодов с момента регистрации. То есть новичок зарегистрировался, и мы с вами понимаем, что он, ну, не туда попал, да. Вот бывают такие случаи, когда мы высылаем, допустим, ссылочку на регистрацию, а он думает, ой, обойду-ка я эту ссылочку, пойду-ка я на официальный сайт, зарегистрируюсь там и потом отпишусь, что я зарегистрировался. Таких случаев десятки, десятки прямо в каталог. И так, в таком случае нужно писать наставнику, под которого попал ваш горе-новичок, чтобы он писал заявление в обратную связь и только с его разрешения, и только если под новичком нету регистрации, компания Faberlic его переведет под вас. Поняли? Только таким образом. Иначе никак. Если под новичком есть уже структура, если новичок уже успел кого-то под себя зарегистрировать, то таких людей не переводят. Только на слово верить, да, правильно, Света. Ну, тут, я не знаю, мне кажется, сильно переживать не стоит. Так, вот смотрите, дорогие коллеги, у нас немножечко тут форс-мажор. Информация для желтеньких не готова ни по одной стороне. А кто такие желтенькие? У нас с вами есть в личном кабинете распечатка по личной группе. Когда вы ее распечатаете дня через 3-4 после старта каталога, у вас там появятся люди, которые покрашены в красный цвет, покрашены в желтый цвет и так далее, да, там в бирюзовый цвет. Вот именно люди, покрашенные в желтый цвет, имеют право на какой-то из подарков или на денежный подарок, да, в прошлом каталоге желтеньким дарили порошок фиолетового цвета, да, для деликатных тканей. То есть вы за родственников будете работать. А если он сам делает заказ? Если он сам делает заказ, это не важно. Вот. Далее, значит, слушаем дальше, да, и вот такие люди, которые покрашены желтым цветом в распечатке по личной группе, претендуют на какой-то приз, который мы вам разошлем позже по чатам, потому что информации нет ни по одной стране. Мы не знаем пока информацию для желтеньких, но я в компании скоро 3 года, ежекаталожно желтым положены какие-либо призы. По-моему, есть. Давайте мы с вами сейчас посмотрим. Так. Так, вот значит, у меня есть плейлист. И тут очень много девочки, Дарья Пахильчук, Оленька Дубяга, наснимали полезных для вас видеороликов. Пожалуйста, смотрите. Пожалуйста, смотрите. И, конечно же, по всем чатам они добавляют ролики в этот плейлист и обязательно добавляют ролики по чатам. Да, Свет, вот смотри, обязательно плейлист. То есть на моем канале YouTube все директора, в принципе, заливают свои ролики, свои какие-то вебинары, еще что-то, да. То есть, если вы потеряли какой-то из вебинаров,
то на моем ютубе этот вебинар точно есть. Поэтому не переживайте, туда я все всегда добавляю. Там есть и вебинары проекта всего, да, неважно даже из какой структуры новичок, да, то есть у нас с вами единый проект, да, единый проект. Вот. Следующая акция. Это у нас с вами купоны. Купоны, которые вы должны использовать в этом каталоге, иначе они потом сгорят. То есть с 23 октября по 5 ноября на втором шаге заказа в разделе акции консультанта, ой, нет, акции каталога, простите, у вас будут купоны, которые вы будете выбирать. Да? То есть будьте внимательны. Иногда это бывает очень выгодно, а иногда это бывает дороже, чем со скидкой в каталоге, потому что в каталоге может попасться скидка там 70%, а по купону по 50%, да, то есть выбирайте что-то такое, что вам действительно будет выгодно, и выгода в этих купонах действительно во многих случаях превышает выгоду цены каталога, но иногда вот бывает такое, что, допустим, вот я встречала такие случаи, что иногда в каталоге бывает выгоднее. А скрины выплат это для структуры именно Кононовых. Мы это с вами обсудим на планерке. По чатам информацию я уже разослала и плейлист, ой, как сказать-то даже, да, ссылочку дала, куда нужно загружать скрины. И давайте с вами не будем путать внутренние акции с акциями от компании Faberlic. Это общий вебинар, девочки. Вот, далее, значит, поехали с вами далее. Все ли поняли про купоны? Так, средства для посуды и новое средство от накипи. Ох, отлично, отлично, Света. Да, здорово, здорово, здорово. Отлично, отлично. Да, то есть смотрите, у каждого директора есть свои внутренние акции. Этот и директор их рассказывает только на своих планерочках, да, допустим. И поэтому мы с вами, когда будем на планерочке находиться 28 числа, тогда я вам все и буду рассказывать. Вот, далее, еще один подарок. Честно скажу, попадается редко. Ну, 2-3 человека в каталог не пишут: «Ура, я выиграл», да, там, купив Faberlic Style, да, я выиграл подарок, да, то есть парфюмерную воду Фейрик в прошлом каталоге у нас выиграло 2 человека, я видела в двух чатах, девочки писали. А в позапрошлом каталоге еще какой-то был подарок, тоже выиграл молодой человек для своей жены, да, то есть как бы подарки встречаются, но прям не каждому. То есть каждый день с 23.09 по 05.10. 10 покупателей журнала Faberlic Style получат в подарок новую объемную тушь для ресниц. То, что у меня есть, такая маленькая кисточка, такая вот, если вы с этой стороны глаз красите, то с этой надо уже поворачиваться и тоже докрашивать. Ну, очень интересно. Вот, значит, как бы, да, забирайте подарки, смотрите, может быть, вам упадет и тушь в подарок. Далее. Это так, по генератору чисел, я так понимаю, да, розыгрыш. Далее пошли. Как правильно добавлять акции по каталогу номер 13? Вот тут вы должны быть очень внимательны, потому что наши любимые, самые любимые, наверное, но самые коварные бонусы за покупку вечно всем приходят дорого. И вот из-за этого начинается негатив о компании Faberlic, что в каталоге написана одна цена, а мне пришло дорого и пришло по другой цене. По какой акции? Каталог 16. Вот я сейчас не знаю, я столько акций уже перебрала, Оль. Напиши, в общем, да, смотрите, у нас с вами есть условия добавления акций и подарков. А по журналу, ну вот это я скопировала с раздела «Все новости» на сайте Faberlic, Олечка. Да, то есть смотрите, я вам сейчас скидываю ссылочку. Все эту ссылочку добавляйте в закладки и знайте, что вам нужно будет информировать каждого своего новичка по этим бонусам за покупку. Отнеситесь к этому серьезно, потому что новички реально ругаются, некоторые прям вообще кричат. Что не так, да? То есть первый вид акций по каталогу – это продукцию, которую нужно добавлять в корзину. С ней все хорошо, все здорово, новички никак не ошибутся. Единственное, что постоянные вопросы новичков у меня – убрались баллы, да, то есть новички добавляют заказ из каталога, да, по какой-либо акции, и потом, когда нажимают далее в разделе промо-акции,
у нас с вами пересчитываются цены, да, становятся дешевле и уменьшается балл, да, пересчитывают цены, уменьшается балл. Тут вопрос обычный, легкий, на который вы сможете ответить своим новичкам. Вторая акция – это продукцию, которую нужно будет выбирать в разделе промо-акции. Это бонусы за покупку при покупке по каталогу. И вот как раз-таки вот эти вот бонусы за покупку, их нельзя добавлять из... Сейчас я найду любой бонус. Их нельзя добавлять из каталога, иначе они придут реально дорого. Вот. Сейчас я увижу. Любой бонус за покупку и вам покажу. Так, 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 так. Новинка. Вот, скажите, пожалуйста, кто уже делал ошибки по бонусу за покупку? Скорее всего, делали. Да, потому что я делала. Вот видите, подписано бонус за покупку. Вот такая вот тушь. Ой, такая вот помада. Всем видно, надеюсь, да? И вот когда у вас подписан бонус за покупку, тут есть такая вот цена. 259 рублей, да? То есть, если вы из каталога добавляете по 259 рублей эту помаду, то она вам и придет с 20% скидкой или с 26% скидкой, да? Вот, а если вы добавляете в разделе промо-акции, цвет на выбор, вот эту уже помаду, то вы уже выбираете ее за 169 рублей плюс ваша скидка от цены каталога как зарегистрированного консультанта. Поняли? То есть бонусы за покупку мы добавляем на втором шаге заказа в разделе промо-акции. Нельзя добавлять каталога. Может быть и глюк, да, первый день каталога может быть глюк. Да, я думаю, все поняли, да, сейчас. И вот таких вот акций у нас с вами в этом периоде, как вы, по-моему, 11 штучек. Кто посмотрел документ, да, будьте бдительны. Вот видите, еще раз бонус за покупку, да. Любой оттеночный бальзам для губ, всего за 79. Можно добавить за 109, можно забрать за 79 рублей. Вот еще бонус за покупку, да? Любой продукт с этого разворота со скидкой 60%. Основа под тушь. Да, видите, бонус за покупку. Они очень хорошо подписаны, просто не все новички это знают. Они смотрят именно не на эту вот маленькую цену, а на цену, которая указана в этом кружочке бонуса за покупку. И потом ругаются, что им приходит дорого. И вот это вот бывает, что ну реально, да, то есть их много. Их много таких бонусов. Да, цены просто обалденные, но новичкам хочется именно эти цены. Но, как вы понимаете, на вебинаре сейчас лидеры, настоящие лидеры, которые заботятся о своих новичков. Сами же новички целый час на вебинаре сидеть не будут. Понимаете? Поэтому наша с вами задача сейчас это все внимательно послушать, знать о подводных камнях и уже выйти с честью из любой ситуации. Да? Вот. Но 150 рублей балл – это дополнительный ассортимент и акции. Основная же продукция, да, вот давайте посмотрим, да, во всех компаниях есть основная продукция, да, где там шампуни, гели для душа и так далее. А если на них делают скидку, то и там балл становится другим. Вот. Поедемте с вами дальше. И третье, да, продукция, которая автоматически добавляется в заказ. Это подарки, которые нельзя добавлять из каталога, опять-таки, да. То есть, к примеру, условия добавления, да, давайте с вами зайдем. Вы заказали, допустим, гель для душа Story de Amour, который идет с афродизаками, да, заказали 5 штук. И все, и пошли в раздел промо-акции. И вам упали в подарок влажные салфетки, тоже 5 штук. И вы это все сами увидите, да, то есть вот такие вот интересные акции, да, вот. Поэтому смотрите обязательно, да, это круто, это вот такие подарки у вас есть в каталоге. Вот, обязательно об этом знайте, вот. Продукция, которая автоматически добавляется в заказ. Итак,
Дальше очень частый вопрос, почему у кого-то 26% скидка, почему у кого-то 20% скидка. Давайте разбираться. 20% скидка на всю одежду всегда, неважно в каком статусе лидер. Акции какие-то, да, нижнее белье, это все скидка 20%, да, то есть дополнительный ассортимент у нас идет с 20% скидкой. Детская одежда, для беременных одежда, для новорожденных одежда, да, то есть все 20% скидка, нижнее белье 20% скидка. Далее, значит, 26% скидка, это бывает у лидеров, которые делают 50 баллов. То есть, если у вас ЛО до 50 баллов, до 50, на следующий каталог у вас 20% скидка. Если у вас ЛО от 50 баллов, оплаченных за каталог и выше, на следующий каталог у вас 26% скидка. Есть ли вопросы по этому моменту? Тишина. Нету, да? Нет вопросов по этому моменту. Всем понятно, вот почему бывает скидка 20 или 26%. Но на одежду всегда 20% фиксировано. Всегда 20. 26 не бывает. Но 20%, допустим, да, там от какой-нибудь курточки за 3000 рублей, это уже реально крутая скидка. Вот. Далее, не забываем обязательно каждой своей регистрации, каждому своему новичку, который к вам пришел работать и зарабатывать, что ему положены незаменимые инструменты для работы в интернете. Первое, новичок получает свой лендинг от проекта, да, если он активируется в течение суток, обязательно ему про это расскажите. Если ваш новичок делает 50 баллов и больше, у него открывается возможность редактирования своего блога прямо на этом лендинге. То есть он может туда вставлять свои фотографии, он может туда вставлять там его поздравили, там, допустим, наставник поздравил вашего новичка с 3%. Он может эту фотографию туда поместить, что вот я уже 3%, да, то есть вести свой блог, допустим, ролики какие-то туда, тексты какие-то писать, да, копирайтингом позаниматься немножко и так далее, и так далее. Вот, далее, новичку положен, всем новичкам, кроме Беларуси, положен интернет-магазин от компании Фаберлик. По законодательству страны Беларуси нельзя продавать, если у вас не открыт определенный вид индивидуального предпринимательства, да, то есть вам нужно какой-то подвид деятельности, чтобы иметь право продавать по каталогу. И на это тоже как бы налоги и т.д. и т.п. Поэтому интернет-магазин предлагаем всем новичкам, кроме Беларуси. Вот, далее, конечно же, всем положены абсолютно бесплатно с первого дня регистрации рекрутинговые ролики от нашей дорогой Леночки Потаниной, от голоса нашего проекта, да, которые новичок ваш может выгрузить на свой канал YouTube и поместить под роликом свою личную ссылку на регистрацию. И это, дорогие наши, все 100% бесплатно. Вот откуда вы можете скачать ролики с этой ссылки. Это старые мои шаблоны сообщений, но ролики там актуальные, да, то есть там есть и подарок новичка, созданный профессионально, буквально на днях нашим голосом проекта Леночкой Потаниной, и также есть варианты первый, второй и третий. Скачивайте, наполняйте свои ютубы, но не забывайте переименовать, да, то есть если вы не переименуете ролик, ваш YouTube канал могут заблокировать. Поэтому шифруйтесь, да. По идее, это считается воровство, но мы разрешаем. Сам YouTube может не разрешить, и потом будете только сами на себя обижаться. Поэтому переименовывайте обязательно название ролика. Итак, конкурс 3D Faberlic. Я смотрю, мы с вами уже сидим час 03, да, час 3 секунды, поэтому, пожалуйста, почитайте по 3D Faberlic. Те, кто зашел позже, еще раз хочу объявить, что Марина Банман у нас выиграла iPhone 7, и два новичка у Марины Банман выиграли по подарку. По подарку, по любимому продукту, по тому, который они сфотографировали. Крутая акция, просто так вам в заказ вложится подарок. А всего-то лишь нужно выложить фотографию в социальную сеть. Подарок, как бы, да, очень-очень легкие условия, поэтому пользуйтесь, выигрывайте, побеждайте, только вперед. Далее, у нас с вами есть такая программа Faberlic Club. Это программа для всех. Для того, кто только что пришел, для директоров, да, даже для элиты, для всех вообще одинаковая накопительная программа Faberlic Club. Когда вы оформляете и оплачиваете заказы,
эти заказы весят какие-то баллы, да, допустим, вы сделали заказ на 50 баллов, да, и вам перечислилось 50 бонусов на следующий каталог, то есть в этом каталоге вы оплатили 50 баллов до конца периода, в следующем каталоге вам эти 50 бонусов начислились, и на эти 50 бонусов вы можете выбирать подарки по программе Фаберлик Клуб. Они идут от 5 бонусов, то есть, если вы, допустим, сделали личный объем 100 баллов, то, грубо говоря, вам положено 20 масок для лица, к примеру, да, если по 5 бонусов брать подарки. Да, 20 масок, я не шучу. Я сейчас не шучу, это все серьезно. Вот, потому что, когда я рассказываю об этом своим соседям, друзьям, я говорю, да ну иди-ка ты, откуда такое? Да нет такого, не рассказывай, нету такого. Вот, вообще прям нету. Но, вы знаете, вот прям до смеха доходит. Я говорю, да правда? Я говорю, вы попробуй. В общем, очень-очень-очень интересно у нас получается диалог. Вот, значит, вы обмениваете накопленные бонусы из специального каталога, включая новинки, или можете копить эти бонусы, да, что самое интересное. Вот я, к примеру, взяла набор постельного белья, я взяла набор халат и три банных полотенца, да, на бонусы. То есть я коплю и беру какие-то подарки, которые дороже. Да, дороже лучше, да, то есть, по-моему, 1680 бонусов вы накапливаете, они не сгорают, их можно копить годами, и берете, допустим, три банных полотенца плюс халаты, это тоже здорово, да. Далее смотрим с вами, да, накопив 15 бонусов, 5 бонусов, простите, тут опечатка, вы можете обменять их на один или несколько подарков, да, как мы с вами говорили, 100 баллов это 20 подарков, 50 баллов это 10 подарков от 10 подарков, да, вы можете взять один какой-то дорогой подарок или 10 дешевых, да, или 20 дешевых. Я копила-копила, ну, у меня тоже такое было, но потом я увидела видео рубинового директора Евгении Клочковой. И она снимала постельное белье, какого оно хорошего качества, да, то есть компания Фаберлик дарит хорошие, качественные подарки. И мне это так понравилось, я это белье захотела, я накопила, я купила. Ну, то есть не купила, а забрала, да, за 0 рублей. Вы знаете, я довольна, да, то есть если бы, конечно, да, мелочи приятные, и постельное белье на самом деле уже 3 раза постирано, но даже и не думает выцветать, там, растягиваться, рваться, очень все качественно. Да, бонусы копятся от заказов, но вы можете их упустить, они могут у вас сгореть, поэтому давайте внимательно сейчас послушаем условия. Итак, сейчас я вам буду рисовать, да, значит, если вы пришли и сделали 10 баллов личный заказ, то эти 10 баллов у вас ну, как бы начисляются во втором периоде, да, во втором периоде они у вас начислились, эти 10 баллов, и вы сами сделали еще 15 баллов, да, и значит, 10 плюс 15 получается 25 бонусов. На 25 бонусов понятно, что вы уже что-то можете купить. 1680, по-моему, Наташ. Вот точно не помню, да? Эти 25 баллов, да, которые идут 10 плюс 15, вы можете их копить, а можете их обменять, или они могут у вас сгореть, если у вас ЛО0. Да, смотрите, тут такой пример. На третий период человек сделал 0 баллов. И у него сгорели предыдущие 10 бонусов, да, то есть вот эти 10 бонусов, они у него сгорели. И у него осталось только, да, 10 бонусов. Потом, значит, 15, да, то есть сгорели, остались 10. Если он на четвертый период опять делает 0, у него сгорают и предыдущие. Вот такая вот интересная программа. Предыдущие сгорели, у него вообще остается 0. Так, я висю, да? Нет, меня видно. 340 бонусов осталось накопить. Поздравляю, Наташа, да? Но это такая программа, которая, как Фаберлик Клуб, она не сгорает. То есть вы можете легко эту программу в любое удобное время вам для себя возобновить. Да, то есть вот смотрите, у человека раз, два, три, четыре каталога пропуск, все бонусы сгорели. Вдруг он про нее узнал, понял, что ему выгоднее покупать в компании Faberlic, чем в магазине, и он берет и делает ЛО 50 баллов, да? На 8-й период у него эти 50 баллов откладываются, увеличивается скидка до 26%, и он уже может от 10 подарков забирать, да? Вот главная цель и желание на самом деле.
Да, то есть его 50 баллов накопились вот на восьмой период, и, к примеру, он решил, ага, чем больше я делаю заказ, тем больше мне будет бонусов. Но тут, смотрите, есть такое правило под цифрой 4. Если ЛО консультанта более 150 баллов, то будет начислено только 150 бонусов. Да? То есть человек сделал заказ 500 баллов, ему начислилось 150 бонусов. Человек сделал заказ на 160 баллов, ему начислится только 150 бонусов. Это нужно знать обязательно. Вот так. Очистить картинку. Немножко тут все поменялось. Я чуть-чуть запуталась. Скажите, всем ли все понятно? В каком случае баллы сгорают, в каком случае баллы копятся, в каком случае вы их можете когда забрать? Все ли понятно? Оля, поздравляю, белье на самом деле качественное. Все понятно, да? Угу. Отлично. VIP-программа. Это предпоследняя программа, о которой я вам хочу рассказать. Это когда лидер делает 100 баллов личного объема. Что такое 100 баллов? Это по деньгам. Так, от 7500 до 15 000, смотря как вы берете. Да? Если вы покупаете одну одежду, то одежда идет как дополнительный ассортимент, значит, это половинчатый балл, и у вас получается 150 рублей балл, а это 15 100 баллов, да? Если взять русские рубли. Если вы делаете по полному баллу заказы, да, то есть черные цены, то у вас 100 баллов это 7 500 рублей, плюс ну, там доставка 200 рублей, да, там 7 700, да, будем так брать в пример, да, то есть по-разному можно сделать эти баллы. Вот, смотрим дальше, что такое VIP-стаж, да, потому что VIP-стаж, VIP-программа, это очень-очень выгодно, и чем быстрее ваши новички об этом узнают, тем быстрее, конечно же, ваша структура будет расти, потому что 30 консультантов, VIP-консультантов в вашей структуре, и вы директор. 30, всего лишь 30 человек VIP-консультантов в вашей структуре. Да? Вам выгодно самим быть VIP-консультантом, и выгодно, чтобы в вашей структуре были VIP-консультанты. И за это, за стаж VIP-компания Faberlic очень щедро одаривает. Сейчас мы с вами будем смотреть эти условия, потому что VIP-программа, я всегда ею восхищалась. И недавно ее сделали еще лучше. Да? Буквально месяца 3-4 назад она стала еще вкуснее. Да? Что такое VIP-стаж? Это число непрерывного выполнения 100 и более баллов. В случае пропуска одного периода у вас сохраняется возможность не терять VIP-стаж при выполнении личного объема 200 баллов. Допустим, вы 3 раза подряд сделали 100 баллов, вы VIP-1. Вдруг вы сделали 50 баллов, и вы понимаете, что у вас VIP-стаж может сгореть. И вы делаете 200 баллов на следующий период, и вы VIP-6. Да? VIP-6 периодов делаете подряд. Да? То есть это здорово. Далее, значит, если не сделали 200 баллов, VIP-стаж потеряли. Так же, как по стартовой программе, по акции новичка, так же, как пробники, воспользоваться привилегиями каждого уровня вы можете в течение 3 расчетных периодов. Тоже интересно, тоже, да, как бы так здорово. Вот. И, конечно же, если вы делаете более 18 периодов подряд 100 баллов, вам дарится значок, отличительный значок. То же самое, что вот как, допустим, вас награждают на чеке, с чеком со статусом директорства, да, и дают значочек, чтобы вы его прикрепили на грудь, что вот вы директор Фаберлик, да. То же самое вам подарят, что вы VIP-консультант. Да, я думаю, тоже приятно. Я стала VIP, и мне... Да, Танюша, правильно говоришь, да, давайте же с вами разбираться, потому что по VIP-программе компания Фаберлик регистрирует под вас людей в первую линию. Да, у кого одна, у кого две, да, то есть, ну, у меня примерно 1-2 регистрации в каталог сейчас идут по VIP-консультант, по VIP-привилегиям. То есть компания под меня регистрирует людей. Давайте разбираться, откуда и что это. Итак, первый уровень – это
Во-первых, привилегии распределения контактов. Все мы с вами знаем, что компания Faberlic рекламируется баннерами, по радио, по телевизору, да, то есть в журналах. Я вот недавно летала на Победе, там тоже компания Faberlic рекламирует платье. Да, то есть рекламируется, ну, в общем-то, в принципе, везде и всюду, да. Люди увидели компанию Faberlic, загуглили ее в интернете, эту компанию Faberlic, и зарегистрировались. И вот этих людей, которых компания Faberlic получила контакты, компания Faberlic распределяет между VIP-консультантами. То есть она напрямую отдает людей тем, кто VIP, да, тем, кто делает 100 баллов. Чем дольше у вас стаж, тем больше под вас людей компания Faberlic будет регистрировать. Вот. Далее, значит, когда вы сделали первый раз и оплатили до конца каталога 100 баллов, то вам положен помимо распределения контактов один продукт с 70% скидкой в разделе промо, 10 любых пробников с 50% скидкой, суммарно это примерно 50 пробников, да, 10 любых каталогов с 50% скидкой, да, то есть тоже как бы еще такие хорошие привилегии. Но для того, чтобы получать распределение контактов, вам нужно пройти тренинг. Просто так компания под необученных VIP-консультантов регистрировать не будет, потому что компания понимает, что она может доверять только тем, кто обучен, да, то есть это ее имидж, это ее уровень. Вот, значит, второй уровень – это когда вы делаете три периода подряд 100 баллов. Вам прибавляется денежка на вашу объемную скидку при заказе от 150 баллов. Да, то есть, и также все привилегии уровня VIP-1. То есть, это не дополнительная 10% скидка, которую вы сейчас видите, она высчитывается из расчета. Допустим, вы сделали 150 баллов личного объема. Вам заплатится 10% объемной скидки, да, то есть от 50 баллов, то есть 50 баллов вы умножаете на валюту своей страны и умножаете на 0,10, равно, и вот та сумма вам упадет на, или ваш расчетный счет уже в банке, или эта сумма упадет вам на, как сказать-то, да, на счет, да, в объемную скидку. Далее, третий уровень – это 9 периодов подряд. Это первый и второй уровни привилегии, плюс добавляется возможность за 2 недели до начала каталога заказывать уже новинки следующего периода. За 2 недели до начала продаж новинок вы уже будете свои новинки держать в руках. Да, то есть раньше всех, лучше всех. Вот я как раз снимаю ролики, и мои ролики очень востребованы. Далее, значит, четвертый уровень – это 18 периодов подряд, когда вы делаете 100 баллов. Вот тогда вам доступна еще одна дополнительная функция – это за 3 дня до начала периода доступ к ценам и промо-акциям следующего каталога. То есть я уже в пятницу беру следующий каталог и просто вбиваю по артикулам, и что хочу, то заказываю, у меня срабатывают цены следующего каталога по акциям. Я думаю, это здорово. И вы знаете, самая главная фишка, что, ну, практически все есть в наличии. Вот это тоже очень приятно, да? И плюс добавляется продукт с 70% скидкой. Что это означает, да? Что в итоге с уровня VIP-18 у вас вот два продукта с 70% скидкой, под вас будут подписывать людей, у вас будет 10 пробников, 10 каталогов, новинки за 2 недели до начала продаж, акции за 3 дня до начала каталога и скидки. И объемная скидка будет вам, да, поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Также я перечислю, какие уровни есть максимальные, но до них еще далеко, я сама только VIP-40. Значит, уровень серебро – это 10, ой, 50 периодов подряд, уровень золота – это 100 периодов подряд, уровень рубин – это 150 периодов подряд, и уровень бриллиант – это 200 периодов подряд, да, то есть вы должны понимать, что это не один год в компании. Да, я думаю, всем все понятно. Нравится ли вам VIP-программа? Напишите мне, пожалуйста. Вот, потому что вот тут подробно, какой нужно пройти тренинг, да, потому что у нас очень много VIP-1 в этом периоде, очень много VIP-ов, которые не знают, где пройти тренинг и получать регистрации от компании. Дорогие наставники, распечатывайте свои распечатки по личной группе.
И каждого ВИПа спрашивайте, прошел ли он тренинг, поставил ли он галочку, регистрирует ли под него компания людей. Это не только рост ваших новичков, это и ваш рост. Поэтому проснитесь, потермашите каждого своего ВИПчика. Да, я понимаю, у меня 500 ВИПов, у вас-то их по 5, по 6, по 10 максимум, так ведь? Поэтому отработайте каждый сам своих ВИП-консультантов. Объясните им, куда пройти, как пройти, где проставить галочки, где нажать «Сохранить», чтобы ваши VIP-консультанты получали регистрацию от компании. Это в первую очередь рост вашей структуры. Это выгодно, вам выгодно, понимаете? Чтобы ваши люди получали просто так регистрации. Значит, Ирина, где-то что-то не проставлено, какие-то где-то галочки. Пишите второй раз, пишите в раздел по неотработанным заявкам. Да, то есть мне тут пришел ответ, я, допустим, с компьютера мужа ответ не вижу, со своего пришла, посмотрела, ответ висит, все нормально. Да, то есть пишите, пожалуйста, пишите. Итак, давайте же с вами напоследок поработаем, подумаем. И представим, что вы суперлидер, и к вам приходят новички и сразу делают 100 баллов. И как вы думаете, что же вашему новичку на следующий период положено? Кто самый находчивый? Пишите в чат, что положено вашим новичкам. Давайте немножко поработаем, расслабимся под конец. Если вы не смогли пройти тренинг, то ничего страшного. Вы можете пройти тренинг с другого браузера. Бывает такое, что белый фон, ничего не видно. VIP, сайт, правильно, скидка 26%, реги от компании, 70% на один товар. Молодцы, еще хочу. Давайте поработаем. Объемная скидка, да, зарплата. Лидер выходит на сколько процентов, если он сделал 100 баллов? Подсказка вам жирная висит на весь экран. На 3% лидер выходит, да? Молодцы, да? Первый шаг стартовой программы лидер не получает? Получает. Поздравление от проекта как 3-процентный лидер и как VIP-консультант, да, то есть два поздравления получает сайт от проекта, да, свой личный лендинг. Регистрации приходят ему на почту с этого лендинга, да. Конечно же, новичок ваш квалифицируется сразу на Бали, знаете об этом. VIP-консультанты, те, кто зарегистрирован до 15-го каталога и не сделал 100 баллов с Бали, слетели все. Все, кто зарегистрирован с 16-го периода, еще могут квалифицироваться на Бали, если начнут делать по 100 баллов, сразу же с момента регистрации. 100 бонусов по Фаберлик-клубу, молодцы, молодцы. Это сколько подарки по ФЛ-клуб, сколько штук? От скольки, вернее, штук? От скольки? 100 бонусов. От скольки? От 20 подарков, да? А что еще? Голову сломала. Мариш, кто догадается, тому будет приз. От 20, да, молодцы, молодцы, да? И это все положено, вы представляете, вашему новичку, до которого вы хорошо донесли привилегии. Вот донесите 30 людям привилегии, да, про VIP-программу, и вы директор. Я думаю, что это не так и сложно. Согласны? Компания Faberlic для нас все условия дает. Да? А мы куда вас повезем? Куда мы вас повезем, если вы откроете директора? Куда вас повезет проект? В Турцию. Когда? Когда вас повезет проект в Турцию? В августе. До какого числа нужно получить бонус 55 тысяч за директора? До какого числа? До какого каталога, простите, бонус 55 тысяч? Ой, сколько интересных, да, то есть до 11-го каталога,
А до 9 надо получить бонус и 10, 11 не падать, то есть быть на 3000 баллах. Вот они условия для тех, кто к вам только придет. И сейчас самая главная ваша фишка, самая жирная фишка из всех фишек, которые я вам сегодня рассказала, да, прям наижирнейшие, да, простите за сленг, но это на самом деле так. Вот эти три каталога вы можете без оглядки везде пиарить поездку в Турцию. И знайте, что интернет-проект Faberlic Online всем новичкам оплатит поездку в Турцию до единого, всем до единого, если они откроют 3000 баллов и выполнят вот такие вот, с одной стороны, нелегкие, но вкусные условия. Легко им будет расти или сложно, это будете решать вы за них, понимаете? Если вы им скажете, что директор – это всего лишь 30 VIP-консультантов в вашей структуре, и научите их, не поленитесь, а научите их доносить все привилегии, чтобы и вы до них донесли, и они могли донести до своих, то это мгновенный рост, если взять в пример геометрическую прогрессию. К примеру, вы пришли, привели троих, эти три по три, те три по три. Вы не представляете, если все по 100 баллов, это просто вы буквально за пару каталогов вы откроете 3000 баллов. Вы это должны понимать. Так ведь? Поэтому кричите всем подряд, что выгодно новичку обязательно. Цепная реакция, да, просто нужно взять. И последняя акция. Последняя акция для тех, кто быстро вырастет, допустим, за полгода, откроет звание директора, он получает квалификационный бонус, умноженный на 2. Это уже от компании. Что это означает? Если вы откроете директора не за полгода, а позже, вы получите один квалификационный бонус за подтверждение 55 тысяч рублей. Если вы успеваете в течение полугода открыть этот бонус, то вы получаете 55 тысяч сразу и 6 раз подтвердились и еще раз 55 тысяч получаете. То есть 2 раза. Да? 2 раза. Леночка, только что я об этом рассказывала весь вебинар, как донести. Пересматривай вебинар, если ты позже зашла, буду рада. Я сейчас выложу и удели времени 1,5 часа своему успеху, и пусть у тебя прям 100 человек поедет, и ты, и твоя команда, пусть все поедут. На самом деле это просто, и поверьте мне, за 3 года 21 директорская ветка, это вам не хухры-мухры. У нас на самом деле с Антоном номер один рост по всей компании Faberlic. Нас никто еще не мог повторить, нас еще никто по скорости роста не мог обогнать. Поэтому, дорогие коллеги, я серьезно вам говорю, что все просто. Главная преграда – это в вашей голове. Я вам честное слово клянусь. Просто послушайте нас, доверьтесь нам. Наша цель сейчас не толстеть по уровням. Наша цель сейчас, чтобы вы по уровням толстели. Нам хочется, чтобы вы уже стали рубинчиками, бриллиантиками, элитными. Понимаете? Наше счастье сейчас в вас, потому что мы уже выбрались из всех долгов. Мы уже купили пару квартир. У нас уже все замечательно. Понимаете? Наше счастье в вас сейчас, в вашем росте. Нам хочется как можно больше директоров в команде. Нам хочется золотых, элитных, национальных. Нам тоже хочется, понимаете, чтобы у вас все получилось, чтобы вы нас могли повторить. Вот о чем я вам сейчас говорю, что учитесь доносить привилегии. Не будьте ленивыми, у вас все получится. Да, мы обычные люди с Антоном. Антон работал монтажником, высотником. Я работала продавцом в магазине. Мы просто пришли это и сделать. Работайте, растите. Верьте в себя, в проект, в компанию, в акции. Вы просто понимаете, мы вас несем своими условиями, да, и лендинг для новичков мы делали, и поездки различные, да, и акции, и розыгрыши, да. Компания Faberlic сколько делает для вашего роста, да. То же самое, да, то есть вы можете для своих новичков тоже все что угодно делать. Вот у меня новичок пришла, она говорит, вот кто там вырос туда-сюда, я им буду странички дарить в соцсетях. И она дарит им странички, да, то есть сделала где-то за 3 рубля страничку, ее оформила более-менее и дарит вот каждому новичку, вот самому лучшему, кто растет, отстоявшуюся страничку, да.
Круто, круто. Вот понимаете, человек вложил 5 рублей, но тот лидер, который выиграл, он уже понимает, что он чем-то лучше других, раз он это выиграл, понимаете? Идей для роста очень много всяких. Самое главное, будьте честны с собой и по-настоящему от всего сердца желайте, чтобы у вас на самом деле в вашей структуре было как можно больше директоров. А, Леночка, я пока не смогу с тобой поговорить, но как только дочь спать уложу, обязательно тебе позвоню. Итак, смотрите, Оль, по-моему, это еще моя акция, да, была? И я, по-моему, тебе дарила. Или тебе директор уже дарила твой, вот не помню. Да, то есть, смотрите, если вы за полгода найдете 3 группы с 30 випами, в каждой группе, то вы будете золотым директором, да, и вы получите 55 умноженное на 2, первый квалификационный бонус, второй квалификационный бонус за старшего директора тоже 27 500 на 2 у вас умножится, третий бонус за серебряного директора это 110 тысяч на 2 у вас умножится, и бонус за золотого директора 165 тысяч на 2 у вас умножится. Акция «Быстрый старт» продлена до конца Нового года. То есть все, кто до Нового года зарегистрирован, он попадает под эту акцию и в течение полугода он может выводить двойные квалификационные бонусы. Конечно, Леночка, конечно. Вот, понимаете? Я хочу сказать, что все в ваших руках. Самое главное просто брать и делать. Просто брать и делать. Итак, 2018 год. У нас с вами тоже 19 каталогов, но я им хочу сказать, что они расставлены легче, проще, лучше. Я посмотрела на них и хочу сказать, что в этом каталоге они как-то вот апрельские, да, помните, в апреле был двухнедельный каталог, кто лидеры у нас давно, немножечко были недовольны, да, потому что там, ну, практически все подупали, потому что, ну, не вовремя было. Тут, видите, апрельский, он идет 3 недельки, да. И вот как бы компания Faberlic подкорректировала, поэтому я считаю, что сейчас двухнедельные каталоги нам должны быть в радость, а не в помеху. Вот. И, конечно же, обязательно знайте, что компания Faberlic это номер один в мире по кислородной косметике. У нас есть запатентованный транспорт Акваптем-Новаптем, который не содержится ни в одной марке косметики. Это только наш патент. Да. Далее, значит, не забывайте, что у нас сейчас идет череда форумов. Даже если вы на 0%, приезжайте на форумы, покупайте билеты, вам там подарков больше подарят, чем вы потратите. Это серьезно. Вот, вы посмотрите на лидеров, на чеки, как это все происходит, награждения, аплодисменты. Вот, далее, конечно же, вы можете развивать свой бизнес в 42 странах мира. Также наша любимая компания сотрудничает с двумя программами. Это экологическое движение ЭКО, компания Фаберлик озеленяет природу. И Дарим добро вместе с Фаберлик. Это собаки-помощники для деток, лишенных от рождения зрения. Да? То есть вот мы с вами вместе можем дарить добро, покупать такие вот игрушки. И компания Фаберлик будет перечислять наши покупки. Покупки вот этому фонду. Далее, значит, путешествия за счет компании. В прошлом году мы летали на Шри-Ланку, в этом году мы летали в Доминикану, в следующем году мы летим на Бали. Поверьте, 10 дней шикарного отдыха, первая береговая линия, 5-звездочный отель, все на высшем уровне, вот прям не описать, да, кто был на моем вебинаре, наверное, видели, что я теряю слова, я не знаю, как, даже как описать было эту роскошь, вот, и, конечно же, у компании Faberlic есть собственная фабрика в Москве, 45 тысяч квадратных метров, все, вот абсолютно вся продукция фабрики проходит обязательное тестирование согласно ГОСТу СМПИНу. Компания Faberlic внесена в ГОСТ-реестр предприятий-производителей экологически чистой и безопасной продукции. Бали положен тому, кто делает с 15-го каталога 100 баллов и подтвердит к каталогу номер 11 три директорские ветки, то есть получит бонус 165 тысяч рублей. Вот.
собственное производство, да, у фабрики 300 миллионов единиц продукции в год. Я вообще не представляю, сколько это, да. Свой собственный центр научных разработок и 30 патентов, 34 патента, да, у компании Faberlic. Конечно же, как вы видите, награды и коллаборация, и FIFIN Russian Awards, и так далее, да. И, конечно же, дорогие коллеги, мы с вами в компании номер один. Не только в кислородной компании номер один. На самом деле у нас бизнес строится легко, потому что у нас куча акций, куча подарков. Реально куча, понимаете? Это не просто слово, да, чтобы обобщить что-то. Их на самом деле, в них можно запутаться. Вот, поэтому дерзайте, все в ваших руках, что-то непонятно, спрашивайте. Бали – это для подтвержденных золотых директоров. Дерзайте, делайте, все будет здорово. Хотя бы не Бали, но Турция, да? Кто не успевает на Бали, на Турцию, ну грех не успеть. Да. Всем пока-пока. Спасибо за терпение. Опять 1,5 часа. Скажите, был ли вам полезен вебинар? И последний вопрос, пока еще на вебинаре 117 человек. Скажите, делить ли мне этот вебинар на две части? Я могу первую часть, допустим, провести в час дня, а вторую часть там в 7 вечера. Будет ли вам так удобнее? Не надо, да?